Ой, Джанушки, сегодня мы будем делать салат. Он называется капризе, один итальянский салат. Мы не точно оригинально сделаем, но на нашем, как нам вкусно. Да. Для этого нам понадобится салат, помидоры, авокадо. Это для меня. Это я не хочу, мне я сразу... Моцарелла, песто. Если у вас нету, вам не надо, а если вы хотите сделать, можете у мамы на канале посмотреть, там есть рецепт для них. Еще забыла сказать, нам еще понадобится базиликум, соль. У нас сейчас такой Himalayan salt. Вы просто берите, что у вас есть. Да, не обязательно такой. И перец, и еще такой бальзамику. Просто. Это дикрема, да. Это загущенный. Загущенный вам лично не надо. Если... Лично вам можно тоже, если вы хотите. Что это лично? Лично. Persönlich. А, also halt nur wenn ihr wollt. Только если вы хотите, да. Подожди, покажи твои новые сережки, которые ты сделала. Я их сама сделала. Смотрите, какие она сережки сделала. Другую. Какой хорошенький, прямо прелесть. Для платьевочный подходит. Да, еще раз хочу сказать большое спасибо вам, Татьяна Михайлова, для перл, что как это по-русски? Камни, драгоценные камни, камни и всю бижутерию. Я уже много сделала от них. Спасибо большое. Она очень много сделала. Да. Я тоже одену, буду ходить вся такая нарядная. Да. Спасибо. Пожалуйста. Давайте начинаем. Начинаем. Первый берем такой маленький, да? Стаканчик. Берем уль, берем масло и чуть-чуть. Сколько это? Ну, ты наливай, я тебе скажу, сколько. Хватит. И сейчас мы берем бальзамический уксус. Сколько, мам? Наливай. Ну, одну столовую ложку. Да, можешь еще. Что? Немножко больше, но ничего. Сейчас мы берем чуть-чуть перец. Пускай каждый перчит по вкусу. Теперь соль пошла. Берем один чайной ложки. Нет. Один чайной ложка сахара. Так или без. Так можешь положить. Так, и сейчас мы будем размешать. Хорошо пахнет, надо сказать. Сказала еще один лимон по давке. Не целый, а четвертинка. Не целый, а один четвертинка. А что, почему? Фертель. Что будет? Как ничего, будет? Ну это очень много будет. Если кто-то хочет, может, конечно, больше сделать. А но как вкус будет поменяться? Вкусный будет. Вообще синий. Москва зи дрейзинг фу грюный салат, зайчик. Да. Und dann machst du ein bisschen Apfelsaft. Сейчас мы берем еще чуть-чуть яблочный сок. Я думаю, чтобы чуть-чуть сладкий тоже был, да? Не очень такой, как перец или соль туда вообще сделала. Не знаю, что сказать. Потом, когда кушать будешь, поймешь, что это вкусно. Стоп. Это хватит, Сочек. Окей. Если вы повар, как я у мамы выглядела, Как ты видишь по маме своей, да? Вы много комбинаций сделаете новые. Просто пробует аус. Вы пробуете все. Пробуйте, и что вам лично очень вкусно, и каждый раз сейчас новый будет у вас. Так, если вы думаете, почему там яблочный сок или... Это нам очень нравится. Мама очень хорошо придумала и очень вкусно. Теперь ты должна это хорошо размешать, чтобы соединить с мусс-эмульгием.
на данный момент у тебя еще это не соединено. Видишь? Совсем. Я просто еще один ложка отсюда положу. Да, вот я так здесь хватит. Не профессиональный. Мои рецепты, мама каждый раз говорит, что я сделала. Все рецепты от мамы на этого канала. Она просто говорит, и я сделаю, да? Я, когда я ваша, я не хочу так повар станет. Это не мой, да? А что ты хочешь станить? Я еще даже не знаю. Еще есть время у меня. Посмотрю, да. Как, куда меня жизнь поселяет. И... Туда пойдешь. Да. Хоть и без шансов. Правильно, шатик. Умничка. Если я дома просто для меня готовлю, я иногда просто смотрю на YouTube видео, на YouTube такой хороший платформ, там все есть, и просто для меня сделаю. У меня нету рецепта башки. Башки нет рецепта. Почему, Диан? Есть же рецепты тебе. Башки твои сладко красивые. Я знаю, как надо песто сделать. Но... Ну, это уже хорошо. Просто как макароны варить, и маме наберешь. Это я знаю. Бросаешь. Как видите, они так упадет. Они не поверили. Мне каждый раз ее мокрые сделали, сейчас тоже мокрые. Они просто очень тяжелые, да? Да, они тяжелые. Тяжелые, чтобы я не сказала, а почему они не польют? Не поливают зелень. Все нормально, не польют. Дрессинг готово. Чуть-чуть здесь надо вытереть, потому да. Что свинарник сделала. Берем наш салат. И у нас такой красивый муши. Да, как плата это, муши? Такая. Плата. Да. И везде ми. Что теперь будешь помидоры делать? Помидоры. Ты будешь резать помидоры. Как это? Yeah. Если вы такой профессиональный, вы можете отсюда вот так сделать, да? Но я не прошу. Если вы как я, и вам это тяжело, просто сделайте так. Ты положи его на попкой наверх. Попка? Да, вот так. Так попка. Тебе будет легче резать. Так. И теперь начинаем резать, да. Не такие толстые, шатик, не такие толстые. Это очень толстый. Да? Да. Это очень толстый. Да? Ой, это очень тонкий. Так. Да. Шком радуйся. Давай другой ножик возьмем, тот толстый. Это, пожалуйста, обрежите. Такой как сейчас как сердце, просто здесь нет. Маленький же ты видела. Я вот тут года нет. Еще никогда такие большие желтые помидоры здесь в Германии видела. Только это маленькие. Не видела. Я думала первые, они не хтайф. Ты хочешь сказать, что ты не видела большие желтые помидоры? Нет. Ну, сейчас они продаются. Я думала, что мама не еще умрайфа. Нет, уже не режь так, не режь так. Я их мах просто жопами. Жопами. Я жопа отрежала. Но только на помидоре, да? Нельзя на человека сделать. Ой, исик. Давай резай. Что сказать, я моя мама повар, я здесь. Ты здесь как здесь люксус. Да. Почему сама меня сделает? Не говори. Если уже у меня есть это привилегия. Да, Исабель, ты как королева английская, привилегированная. Везет тебе. Берем наши моцарелла и будем. Darf man nicht наши sagen? Noch mal sagen. Ваши. Берем моцарелла.
Смеюсь. Будем режить. Почему я смеюсь? Не хочешь сказать? Потому что она только что раз пять сказала, берем наше моцарелла. Я говорю, наше нельзя говорить. Надо говорить, что? Ваше. Ваше. Сейчас мы дрессинг на салат будем лить, поливать. Mm-hmm. Да. Ну, как вы знаете, почему не сразу сделали? Ну, мы первый моцарелла и помодоры режели, потому что если бы я сразу сделала, он такой шляп бы сделал. Да, салат бы сразу превратился бы в такую, знаете, не знаю, как это называется. Что-то долго в воде, он такой... Ну, салат бы превратился в тряпочку, а так он останется еще свежий. Да. Ну, поэтому... Не поливайте сразу салат дрессингом, только перед подачей, перед сервировкой на стол, перед гостями, да? Первым мы берем красный помидор, моцарелла. Сейчас рыженький. Желтый помидор. Если у вас, как я уже сказала, желтый не есть, просто берите красный, красный, моцареллы красный сделайте. И опять мы берем красный. Сейчас авокадо режу. Авокадо. Авокадо, вы так вагерешт. Берете? Ложка берем. Так, всех стороны. Первый раз, когда я авокадо кушала, мне даже не понравилось, я сразу скажу. У Ума это была? У моей мамы. Да. Ну, сейчас я как-то очень обожаю авокадо. Иногда есть такие вещи, вы кушаете, не нравится, но потом, второй со раз временем. Как-то... Положу сюда. Берем цитрон и лиметы. Лимон и лайм. И лайм. Говорится лайм по-русски. Это по-русски говорится лайм, да. И на наше авокадо. Не на наше, а на авокадо. На авокадо выжимаем. Угу. Везде. Сейчас солим и перцем это все. Еще раз. Беру базилику и на всех вместе найдите красивый. Беру песто и везде чуть-чуть на моцареллу. Это тоже много, да? Я не знаю, что я сделаю. Мне очень хорошо, молодец, делай. Ты прям вот так поливай, тик-тик-тик-тик-тик. Да-да-да.
Пойдешь, Антик? Да. И чуть-чуть еще так снимешь. Ой, смотри, как красиво это выглядит. Да-да. Шикарно, Иськи. Вообще. Ты большой молодец. Это ничего, это пускай. Ничего. Дрессинг, что еще оставил, мы чуть-чуть сюда поселяем. Польем. Польем. Все, вот такая красота. Готова уже, да, Диан? Угу. Можем кушать? Нет, да, можем. Вот такая прелесть я сделала. Пришел. Мы сейчас будем кушать. Спасибо, что посмотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подпишитесь. Нажмите на колокольчик и пишите хорошие комментарии. Плохие не пишите, да? Нет. Нет, не надо писать плохие. Спасибо, до следующей встречи. Пока-пока. Пока, манчать, пока. Что ж, Ати, вкусненько. Сейчас тоже буду.